ברוכים הבאים למכון הקרינה במרכז הרפואי תל אביב, בית החולים יחילוב. אנחנו מאוד גאים במכון שהרכבנו. יש לנו מגוון של טיפולים שאפשר להעניק למטופלים שלנו, החל מקרינה פליאטיבית קונבנציונלית וקלה ברדיו-כירורגיה לכל האיברים בגוף. כל הצוות שלנו, רופאים, אחיות, פיזיקאים, טכנאים, כולם מיומנים. ויודעים להפעיל את המכונות שלנו, ומעבר לכך, להעניק את הטיפול הכי אנושי שיש. Во время первого посещения отделения облучения вас ожидает встреча с врачом. После этой встречи вам будет назначена очередь на две процедуры планирования, симуляцию и сета. Во время сета вы получите личную магнитную карточку, которая будет сопровождать вас во время всего лечения. Радиотерапия начинается с тщательного планирования облучения, целью которого является направить полную дозу облучения на те органы, которые мы должны облучить, и исключить из поля облучения или уменьшить дозу на те органы, которые мы облучать не хотели бы. Во время планирования радиотерапии на компьютерном томографе мы определяем органы, которые хотим облучать. Затем мы делаем определенную отметку в системе планирования. Эту отметку переносим на кожу больного специальными чернилами. Облучение не приносит боли. Оно похоже на рентгеновский снимок, и человек не чувствует его. Оно может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Если во время облучения вам понадобится помощь, ее с удовольствием окажет персонал нашего отделения, состоящий из врачей, физиков, медсестер, техников и секретарей. Они в любой момент будут рады вам помочь. Ицлахну лишалев гам это носе шел ха-хай-тек, а мцад шини, ולא פחות חשוב, יש את הצוות שיודע לתת את הלב. אנחנו כאן בשבילכם, אני מאחל לכם בריאות, במאבק, במסע, בהתמודדות עם הסרטן.